Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно качественной колеблющейся блесне от компании Акара. Моделька идет у нас из серии Expert и называется она Атом. Данная блесна имеет длину 65 мм и вес ее составляет 14 грамм. В данном случае такая вот интересная расцветочка. Ну, условно назовем, спинка идет голубого такого окраса, скажем так, брюшко серебристое и пузико, грубо говоря, нижняя часть блесны оранжевая. Внутренняя часть блесны у нас имеет серебристый оттенок, блесна внутри не полированная, немножко такая матовая. Также имеется такая вот, ну, условно назовем, сотовая визуализация на теле приманки. Также установлен 3D глаз. Все это у нас дело находится под слоем лака. И расцветочка у нас называется 1 дробь сил. Данная блесна оснащается довольно крепкими заводными кольцами. Колечки довольно-таки упругие. Ну, нареканий абсолютно, на мой взгляд, к ним никаких нет. Оснащена она довольно крепким тройным крючком. Очень острый крючок, цепкий. Ну, нареканий абсолютно тоже никаких не вызывает. Из названия модели Атом все, наверное, уже знают. Советские блесна, которые тоже назывались Атом, такой вот формы. И причем данные блесна, Атомы, в советское время были среди блесен, ну, на мой взгляд, одними из лучших. Блесна имеет довольно явную вогнутость ближе к хвостовой части, которая довольно-таки широкая. Данная блесна обладает отличными полетными характеристиками за счет, скажем так, довольно интересной развесовки, то есть у нее хвостовая, скажем так, задняя часть более широкая, более увесистая, поэтому блесна летит отлично, не кувыркается, ничего, ну, то есть с полетными характеристиками абсолютно проблем никаких нет. После приводнения блесна также имеет очень привлекательное осыпание. Также можно делать остановку на паузе, когда, то есть делать остановку, и на паузе блесна у нас начинает довольно приятно, скажем так, привлекательно сыпаться, ну, как для рыболова, так и для хищника. Данная блесенка на равномерной проводке ведет себя очень активно, имеет среднеамплитудную, ближе к широкоамплитудной игре. Очень, на мой взгляд, отлично подходит данная игра для ловли щуки. По щуке 100% данная блесна будет отлично работать. По белому хищнику, ну, как в прилове, возможно, поимка более какого-то крупного такого хищника. Ну, целенаправленно по белой рыбе использовать данную блесну, на мой взгляд, не совсем целесообразно. Чисто как щучью блесну однозначно могу порекомендовать. Блесна очень классно изготовлена, абсолютно никаких нареканий, особенно если учесть довольно скромную стоимость. Данную блесну вы можете приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Всем спасибо за просмотр. До свидания.